Вот это вот Андрей и Тимур. Это Казахстан. Вот это сами откроете потом, когда сможете в другое время. Посмотрите, ребята взялись. А вот в таком виде мне это вот Алексей Константинович Лоцман прислал эту информацию. Я про нее не знал. Когда-то я писал, что у нас есть свой кудесник Чернобаев, что он привез прямо с Алматы настоящий алматинский апорт. У него две разновидности. Вот одна из них, это его супруга милая. Вот, здорово, да? И когда я открыл эту ссылку, я увидел, что двое молодых парней в Казахстане возрождают именно работу с апортами. Правда, я увидел, что они бодро старый полузаброшенный сад чистят от деревьев, то есть это яблоки прекрасные. И явно, что сад старше их, но то, что они взялись, и ролик замечательный, я их поздравляю, вот, что эти ребята в Казахстане возвращают вторую молодость апортом. Вот, величайшая редкость, величайшая. Вот, поэтому спасибо Алексею Константиновичу за вот этот ролик. Я с удовольствием посмотрел, и вы посмотрите.